Подождите, вы сказали, что выпьете все наши воспоминания? Это что получается? Вы вампиры? Вампиры! Это уже прошлый век! Мы кровь не пьем! Это давно не в тренде! Средневековье какое-то! Подумать только, этот старый козел опять меня обманул. Но ничего-ничего. Как хорошо, что я додумалась подкинуть ему датчик слежения. Это комплекс «Крутые детки». Мне начинает казаться, что мы не те, за кого себя выдаем. И находимся не там, где должны быть. Сегодня в своем дворце я нашла записку, где была нарисована цифра 7 и буква А. Что это значит? Есть только один способ все узнать. Давайте спросим тех, кто пишет комменты под нашей сказкой. И пусть они нам расскажут, кто мы на самом деле. А вот и наш любимейший 7-й А! Спасибо подписчикам, что напомнили им, кто они являются на самом деле. Ага, а то бы изображать Кощея Бессмертного я бы долго не смог. А я вообще Баба-Ягой была. А какая я Баба-Яга? Я молодая и прекрасная. Ты прекраснее всех. Ага, крысе Беатрисе своей об этом скажи. Ну мы же это уже 100 раз обсуждали. Мне нужно было от нее избавиться. И для этого ты бросил меня и снова к ней вернулся? Ну для того, чтобы отдать ее на сиденье розовым зомби, да. А тут ты такая прилетаешь, напускаешь на меня смерч и уничтожаешь всех моих розовых зомбачков. А вот будешь знать теперь, будешь посвящать в следующий раз в свои планы. Поверь мне, все страдания не прошли напрасно. Мы проникли в сознание 7-го А, создали иллюзию сказок и заставили их поверить, что они и есть сказочные персонажи. Но все же могло рухнуть. Сюжет сказок пошел не по плану. Они могли заподозрить неладное и все вспомнить раньше времени. Да, тут постарались эти вонючие белые маги. Ну ничего. Я все же успел прочесть их воспоминания. Их жизненной энергии нам хватит на 1000 лет. Да, эти дети столько всего пережили, кем только не были. Жду не дождусь, когда мы лишим их жизненных воспоминаний. Если все пойдет по нашему плану, то мы будем жить вечно. Да, надо будить 7-й А. Их ждет еще много интересного. Что мы здесь делаем? Что вы опять задумали? Почему я не могу пошевелить руками? Спокойно, спокойно, 7-й А. Уйти не получится! Вот так-то лучше. Ай-яй-яй, как вы невежливо себя ведете со своими учителями 7-й А. А забирать детей в плен, по-вашему, вежливо? Прошу не перебивать. Как вы поняли, все вы здесь не просто так. За все время с вами случалось много интересного. Где и кем вы только не были. Постоянно боролись со злом, думая, что у вас это получается. Но вы забыли об одном маленьком пустячке. Добро, конечно, побеждает, но зло никогда не сдается. Что вы от нас хотите? Все просто. Мы столько раз забрасывали вас в разные ужасные ситуации, только для того, чтобы вы выпутались из этой нелепой игры. Но уже поздно. И за все это время вы заработали множество воспоминаний, которые дают вам жизненную энергию. Кстати, мы с Вальдемаром Юрьевичем должны сказать вам спасибо. За что? За что, за что? За то, что благодаря вам мы будем жить вечно. В смысле жить вечно? Это же физически невозможно. Да и как мы вам в этом поможем? Физически невозможно, физически невозможно. Деточка, а тебе не кажется, что в последний год твоей жизни многое было физически невозможно? Ну как мы вам поможем жить вечно?
Да, совсем тупицы. Мы просто выпьем все ваши жизненные воспоминания вместе с силами и жизненной энергией. Вы просто все исчезнете, а ваши тела станут бездушными марионетками, которые помогут нам захватить весь мир. И вы так спокойно об этом говорите? А смысл нам скрывать? Все равно все кончено, седьмой. Кстати, мы отключили ваши генераторы полей. Агенты ФСВ, ваша песенка наконец-то спета. Ребята, помогите нам, только вы все можете исправить. И ваши любимые подписчики вас не спасут. Прощайтесь с вашими воспоминаниями. Подождите, вы сказали, что выпьете все наши воспоминания? Это что получается, вы вампиры? Вампиры, это уже прошлый век. Мы кровь не пьем, это давно не в тренде, средневековье какое-то. Ага, чтобы жить, мы выпиваем чужие воспоминания. О нет, что же с нами теперь будет? Беатриса тоже с вами заодно? Не упоминай при мне эту крысу. Мы оставили ее в параллельной вселенной. Ура! Так значит мы дома! Наконец-то я поем своих любимых пельмешек! Юра, как обычно, ничего не понял. Вальдемар Юрьевич, Виолетта Борисовна, вы не могли бы нам по одной руке освободить? Зачем? Ну, чтобы сделать руколицо. Ха-ха, без проблем. Юра, вообще-то нам капец! Чё, серьезно? Ну все, хватит пустых разговоров. Приготовьтесь к ужасному концу, седьмой. Подумать только, этот старый козел опять меня обманул. Но ничего-ничего. Как хорошо, что я додумалась подкинуть ему датчик слежения, который работает сквозь вселенные. Вы помните, как мы попали в Древний Египет, где я была царицей Вирджифити, а моя сестра Софис устроила заговор против меня? Стойте, моя царица! Я, как ваш телохранитель, должна попробовать его первой! Эта ягода может быть отравленной! Великая Вирджифити, я проверила. Эта ягода арбуз не отравлена. Возьмите, попробуйте, это очень вкусно. А помните, как мы искали 4 кристалла стихии, чтобы получить нашу серебряную кнопку? Это картонная коробка с логотипом YouTube. И есть Silver Button? Давайте же быстрее ее распаковываем! Помните, как мы хотели устроить конец света? Запускаю все метеориты на все школы этой планеты! Да здравствует начало учебного года! Начало конца света! Любо-дорого посмотреть. Самое смешное, что мы добились таки своего. Под конец года все школы закрылись. Мы все-таки устроили конец света с этим коронавирусом. А помните, как мы все стали Барби? Давай обнимемся.
Зачем? Да просто так. Взять их. Давайте поиграем, давайте обнимемся, давайте поиграем, давайте обнимемся, давайте поиграем, давайте обнимемся, давайте поиграем, давайте обнимемся. А помните, как мы поменялись телами? Так что там у вас с Эльграфом, все серьезно? Киношки, кафешки, все дела. В общем, настоящая любовь. Только пахнет от него странно. Так это ж пацан, что с него взять? Он, скорее всего, на этой неделе даже и не мылся. О, мой бог! Блин, ребят, я чувствую, как из меня выходят силы. И я. Видимо, это и правда конец. Нам уже ничего не поможет. Магия подписчиков и белая магия не работают. Технологии агентов ФСВ и ЦВУ заблокированы. Ребят, спасибо вам за все. Да, если бы не вы, я бы никогда не узнала, что такое настоящая дружба. Это было незабываемое время. Спасибо вам за все, друзья. Чё, не ждали? А я припёрлась! Вот это попадос! Как ты выбралась из параллельного мира, Мымра? Не только ты, многоуважаемая жаба, знаешь секрет перемещения между параллельными вселенными. Как насчет заклинания Тюрилихум-Аухум? Но как ты узнала, что мы здесь? Это было очень легко. Я просто подкинула тебе датчик слежения. Но ведь никакие технические средства не поддерживают связь между параллельными мирами. Да, Гагуша, не забывай, кто я. Я сильнее, чем вы думаете. Ну и что же ты собралась делать? А это вы все сейчас и узнаете. А тут ты прилетаешь, напускаешь на меня смерч и Да что ж такое? Уничтожилось. Убиваешь всех моих зимбачков. За что, за что? Да за то, что мы... За то, что благодаря вам... Благодаря. За что? Благодаря. Которые помогут нам захватить весь мир. Этот мир хотел сказать. Подождите, если вы сказали то, что высосите все наши воспоминания. Подождите, если вы сказали, что вы сосите. Выпейте. Подождите, вы же сказали, что выпейте все. Вы сказали. Подождите. Вы же сказали, что... Да не вы, Бизже! Подождите, вы же сказали, что... Нет, да не вы, Бизже! Вампиры, это прошлый век. Да, Гагуша, не забывай, кто... Привет, меня зовут Ксю, и я из команды Крутых Деток. Cool Kids – это самый крутой YouTube-сериал в нашей галактике. Но если вдруг вы не сможете написать комментарий здесь, то мы ждем вашей истории в комментах приложения «Лайки». Ссылочка на наш аккаунт будет в описании. Ставь лайк, подписывайся на все каналы Крутых Деток, обязательно загляни в наш Инстаграм и увидимся в будущем!